Так, снимается видео. Значит, на стенде у нас мотор крошка. Трехвитковый 26/3. Вот. Сделан 26-й обод на толстых спицах. Ему подключен 8 квадратов провод. И мотор, он контролер Polaris. 100-вольтовый он у нас. Девайс такой вот. Значит, мы подключили провода, значит, от мотора синий-желтый, зелено-зеленый, синенький, желтенький. И фазные провода у нас тоже немножко поменялись тут. Значит, синенький, желтый, зеленый-зеленый и желто-синий. Вот в такой у нас комбинации тут они идут. Ну, сейчас вот мы попросим ассистента покрутить моторчик. Сейчас подсоединить только надо. Да, подсоединяем. Вот у нас все тут заработало. Вот такая у нас системс.